Всем привет, друзья! Мы в Новогорске на канале Академии Динамо. Продолжаем следить за событиями UFL. На очередь игра UFL 2 команды 2008 года рождения Динамо против Академии Коноплёва Акрон. Уверен, что интересная встреча нас ожидает. Команды не так далеко друг от друга в турнирной таблице находятся. На пятой строчке динамовцы Клёва. На 12-м 17 очков в их активе. И уже давний номер в поле. Никита Балаев 17-й, Иван Важнов 15-й, Александр Кононенко 5-й. Кирилл точно сегодня не увидеть. Он пока играть не может, а Акрон счет может открывать и делает это уже в самом начале матча. 8-я минута, 1-0. Первый свой шанс реализуют гости. Честно, отвлекся я от того, что на поле. Важнов на левом фланге накручивает оппонента. Все еще с мячом не расстается. И вот он пас, и вот... Сейчас, да и до этого часто... Пытается начинать атаки с помощью передачи на ближнего. То есть на коротке уже очередную атаку разыгрывают футболисты Акрона. И сколько было передач во время этой уже ставшей голевой атаки. Денис Шаталин делает счет 2-0. Друзья, что у нас происходит? По количеству забитых мячей перед своим оппонентом. Кирилл Красноход, он справа мяч получает. Степанов чуть... левее от него получает мяч Степанов. Пока зря возмущался Алексеев. Вот справа мяч. Акрон подбор на их стороне. Денис Шаталин. Удар с правой ноги. Тут... Может он игру продолжить или нет? Тот вроде бы сказал, что да. Но пока динамовцы в меньшинстве. Сейчас мамашу в игру вернуться. Акрон в меньшинстве, и Акрон в меньшинстве атакует. Удар с дальней погоды, плюс два забитых мяча, которые нужно было еще отпраздновать, и вынужденная замена Степанова. В общем, пауз в игре хватало, поэтому две минуты. С мячом Акрон. Бажукин. Передача верхом. И удар по воротам! Шикарный мяч забивают гости. Это 3-0, и это дубль Дениса Шаталина. Ну, этот мяч, наверное, мы накинем. Пока мы наблюдаем за угловым Акрона. Передачи, удары. И сейчас им замены в этом в помощь. Если замена стартовой составы команд Динамо, Алексей Полески в воротах, в поле. Давайте по позициям. А тут потерпевшие изменения еще до перерыва. Сироткин, Красноход и Радченко. У Динамо напротив. Алексей Полесский выполнял сразу же длинный перевод. А тут фланга одинаково часто используют. Криушичев бьет. Успел до того добежать. Важнов отняли мяч скоро динамовцы. Криушичев, ударная позиция. И никакой опасности для Акрона не таят. Рамазан Совмис, контратака гостей. Передачу успел выполнить он. Ворот пустые. Виктор Скворцов. Тут подача, момент. Как кажется, не было передача. Добророда все еще на поле остается. И удар. Стало. Есть численное большинство в этой атаке у Акрона. Можно реализовывать этот момент и забивать четвертый. Пропускает мяч Кудрявцев. И делает это специально. Видел, что справа есть Маккарали. Ну а пока обо всем об этом я рассказывал. Прозвучал финальный свисток. Мы поздравляем представителей Академии Юрия Коноплева с этой убедительной и по счету, и по игре победой. 3-0. Денис Шаталин, автор дубля.